свидание. Вот, когда нас все сращают, то микронами, то дельтами, и все, вот, дух будет такой, как у вас, все победим. Только так, вот мы на вас ориентируемся, молодцы. Информация, что будет ходить автобус до райцентра. До райцентра? Была, да, когда? Что, он не ходит у вас? Нет. Да? Что, глава, не, почему? Начал, у нас такси, мы сейчас... вот, когда это будет? Сейчас вот спросим главу. Мы сейчас объявили конкурс. Одни такси, мы как господа вот живем. А автобус-то есть у вас? Мы же просто мы привлекаем перевозчиков. Мы объявили конкурс, района автобуса нет вообще, такси да? Только. И еще вот вопрос. Вот ага. Магазин на магазине. Нет вот на два села хотя бы одну аптеку. Ну что это такое? За лекарствами, но ни одной. В Питерке 6 или 7 аптек. Аптека на аптеке. У нас ни одной аптеки нет. Когда в сельской местности нету овечьей аптеки, сегодня там вот мы будем пытаться государственные аптеки возродить, где-то 180, то надо через ФАП обязательно. Поэтому с министром занимайтесь, вы как куратор, да, вас нашел. Занимайтесь, мне доложите в самое ближайшее время, что вопрос решен. Конечно, здравствуйте, местные лошади. Самый настоящий. Молодцы. Это Шевяк был покойник, это верник его чистокровного. Вот так, да? А это его сын. Садись. Вперед. Нет? А то можем мы останемся. Ну давай, прокатили, девчонок. Да, садись. Только всех, куда ты их не убил? Здравствуйте! Вы что, не пляшете? Вы что, замерзнете? И там шальная императрица в объятиях юных кавалеров забывает обо всем, как будто вечно ночь будет длиться, как будто разочарование не наступит новым днем. Гуляй, шальная императрица, и вся страна, которой правишь, ты берешь себя пример легко.